Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 7 июня. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Коллегушек давно не слышали. Скоро похолодает. Ежели поясница заболела, к ненастью. Отцветает черемуха. Скоро ожидай первый урожай подберезовиков. А какая же погода ждет нас завтра, 7 июня? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Красные Дома Елховского района Самарской области плюс 22. Как сообщают синоптики, нужно быть готовым к грозе и продолжительному дождю. В поселке Дома Рыбхоза Узловского района Тульской области плюс 26. Погоду ничего не сможет омрачить. Успевайте насладиться ярким солнышком. В селе Домашово Брянского района Брянской области воздух прогреется до 25 градусов. Такая теплая погода там надолго, а к ней и осадки. В селе Домашка Кинельского района Самарской области плюс 23. Осадки нужно потерпеть еще пару дней, а потом наконец-то наступит сухая и солнечная погода. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог! Yeah.